Всем привет! Мы сегодня играем One Chip Challenge, взрослый эдишн. Это значит, что участвуем только я и мама. Дети будут нас только морально поддерживать, петь песни, танцевать танцы и я не знаю, что еще. У нас будет несколько раундов для того, чтобы найти от слабенького до самого крутого, до вот этого вот Dragon или там Diablo Dragon Chip. One Chip. Я сейчас покажу, что они будут пробовать. Тут два раза больше спайси. Супер спайси макароны. Я не знаю, что это значит. Я не понимаю. Дикуэнь-куэнь-куэнь-куэнь-ку. Риппер чоклад лим. Лайм. Какой-то огненный шоколад. Это тоже будет. Это и кисло, и спайси. А вот это то, что Макс называет, как ты говорил, illegal, да? Да. То есть это незаконно иметь. Чили, риппер, фадж. Фадж, то есть щербет с перцем чили. И рис. Макс просто очень любит всякий этот фадж. Я но тоже. Фадж с перцем чили, это капец. Потом какие-то... О, это Hot-box. Сырные шарики. Сырные шарики? Да, мне уж мега спайси. Я люблю сырные шарики. Так может попробуешь? Нет. Вам фадж. Можно, мы разрешаем. Потом Instant Regret называется. Это какой-то... Лолипоп. Это конфетка. Chili Infused Chocolate. Лолипопс. Нет, стоп, не надо. Сразу на этикетке, не надо, не трогай, не пробуй это. Потом, называется Instant Regret. Дальше, 5 Hottest Peppers. 5 самых острых перцев. Все, тут какие... Подожди, что? Can you handle? Chocolate Buta Peppers, потом... Это что, орешки? Это орехи в самом остром перце. Вау. Потом, а я один возьму. Потом, World Hottest Gummy Bear. Самый острый в мире медвежонок. И потом, если кто-то из нас выдержит все перед этим раундом, дойдет и получит супер приз. Да, о, а за что пахнет он? А, это для нас. А конфетка. Это кто выиграет, тот получит вот такие вот супер классные конфеты. А, да, это бутылочки из wax. Как его? Что? Что такое wax опять? Желейка? Воск. Точно. Это бутылочки из воска, которые надо откусить вот тут и потом выпить сок. What? И бутылочки жевательные. Да? Да? Мама показала вблизи, что мы будем пробовать сегодня. Да? А я люблю перченое. Да. Мне не страшно. На всякий случай у нас есть молоко более жирное или семи, как это, полужирное. Нет, это мое просто зеленое, а твое вот это. А, это для худеющих. Окей. Жирное помогает лучше, кстати. Это спасаться, если вдруг будем всеми гореть. И что? И все, мы можем начинать. У мамы преимущество. Мама более профессионал по острому. Она в ресторанах заказывает себе самые острые блюда. Да, я люблю вагамами, даже фаеркрекер. Там 1300 килокалорий, но оно такое печеное, что просто невозможно даже воду пить после этого. Даже это слушать мне уже печет. Ну что, готовы ли вы начать, мистер папа? Дети у нас сегодня будут только вот публика поддержки. А мы сейчас будем это все дело заваривать. И все начинать. Будем все варить. Сейчас запариваем макарошки и начинаем первый раунд. Катя уже начала. О, уже так пахнет. А можно мне не высыпать вот этот пакетик? Нужно все высыпать. Что вот это? Это соус, специи какие-то. Перцы. Короче, два перца, два пакетика с супер перцем. Мне надо закипить чайник. Закипи чайник? Кипяточек готов. Вот вам доказательство, что мы высыпаем весь этот острый соус и порошочек. Да. И мой. Вот он. А мне Катя. Он аж красный, посмотрите. Он коричневый, папа. Так ты посмотри внимательно. Аж оранжевый. Да. Ой. Кать, стоп. А что ж ты папе выливаешь все? Так, ладно. Поменяемся тогда с мамой. Катя, так нечестно, ты подыгрываешь маме. Какой красивый у меня рамен. Уи, ага. Так, а это что? Два спайси какой-то. Посмотрите на мои руки. О, не уйди. Попробуй. Ага. Глаза еще скажи почеши. И так, как? Это немножко сезама, но это так, для аромата. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Помогите мне сезама сделать. Он мне острый губы. Ага. Ужас. Катя теряет. Отлично. Спасибо, Катюш. Ты любишь маму, правда? Так. Ну что, пора заливать наши нудлсы. Ну ты сними, покажи с близка. Ну что, пора заливать наши нудлсы и посмотрите, какое здесь читерство. Сколько у меня спайси соуса и сколько у мамы. Тут одинаково, но тут... Не-не-не, ты просто... Она просто все впитала,
такой. Ага. Мне кто-то залил мамин соус острый. Да, это видно, Катя. Оно даже пахнет остро. Даже вдыхать этот аромат печет. А я люблю такое. Я тебе перемешаю. Попробуете? Да. Отлично. Мне вот, видишь, у меня личный ассистент. Слушай, а может, пока оно заваривается, мы другое что-то попробуем? Что, сразу на второй раунд? Ну да, пока это заваривается. Ну давай. Мы открываем какие-то конфетки. Называется Reaper Chocolate Lunch. Что-то вот такое. Там, смотрите, там даже есть. Там скелетон даже какой-то. Давайте пробовать. Вот, предупреждение. Самые острые чили. Используй с большой осторожностью. Extreme care. Итак, пока что на вид все очень даже нежное. Вау, какое аппетитное, я хочу чили. Давай, давай, Extreme Care. Итак, ну что? Extreme Care, вот такие красивые, очень даже красивые конфетки, я бы сказал. Как это? Зеленые. Ну, на вид не страшные, вот этот рамен страшнее. Ну что, 3, 2, 1. Поехали. 3, 2, 1. Кто первый пьет молоко, тот и проиграл в этом раунде. А если не облизывать? Она вкусная сначала, да. Но уже острая. Да. Оно... Рамен почти готов. Но нормально. Кстати, конфетки реально очень интересные. Я не знаю, или смогу я ее до конца съесть. Но, кстати, а вообще задача. Я же не думаю, что до конца надо съедать. Я думаю, можно пробовать на грани. Пахнет обычной конфетой. Конфеты нормальные. Не супер спайси. Да. Чуть-чуть горло першит, конечно, но есть можно. Рассасывать, да? Я не понимаю. Может, там внутри сироп какой-то? А ну-ка, покажу. Там внутри. Я еще не дошла, кстати, я могу жить еще. У тебя пар из рта идет. Не, можно я выплюну? Да, можно. Выпьешь молочко? Нет. А я продолжаю рассасывать. Не, оно реально острое. Мне нормально, не знаю. Я видел, он прям перец в серии, да? Просто мама ест еще сладкую оболочку, слегка острую, но внутри там капец. Короче, я выиграла. Перец прям с ягодами даже, да? Вот сейчас из между зубов вот эта начинка достается, и прям капец острая. У меня нормально. Ты начинку достала? А-а. Ну так, достань начинку, раскуси. В общем, я продержалась, я молодец. Я победила в этом раунде. Ну что, наш рамен готов? Не, спасибо, пока я воздержусь от молочка. Да, наш рамен готов. Ты готов приступать к второму? Да, ну можно рамен я все не буду готов? Съедать, я слежу за фигурой. Наш шеф-повар справился с задачей. Меня я зовут шеф Ням-Ням. Короче, Ням-ням. Вот это очень классная штука. Начинка капец, конечно, но снаружи очень даже приятная. Дети, я вам рекомендую попробовать. Нет. Мне вообще нормально, я не знаю. Ты начинку ела? Нет. А, конечно, самое вкусное внутри. Меня не ну что, кто сможет съесть этот супер-пупер спайси? Да. Вот просто сравним. Вот совсем не острый, очень острый мамин и совсем не острый папин. Ну, оно даже по цвету отличается. Я возьму. Катя, это читерство. А куда я могла знать? Все, я беру супер острый, так как ты прошлый раунд проиграл. Возможно, я в этом раунде выиграю. Так, осторожно, чтобы я вас не заляпала, а то тут сильно оно какое-то лягучее. Оно горячее, кстати. Оно и горячее? Я в белой кофте. Сейчас меня заляпает все. Итак, на три. Это же невозможно есть, чтобы не заляпаться, правильно? Один. Поехали. А. Реально? Когда засасываешь, вот этот супчик на горло попадает, по-моему, ты покраснела. What? Я не думала, что так спайси. Посмотри на маму. Она уже покраснела. Фу, она печет, губы мои красные сейчас будут. Смотреть на мои губы. Так, давай я попробую. Как бы ты? Пробуй. У Светланы Лободы. Ты тоже хочешь? Катя супер... А ну-ка, я даже... Нет, детям, я думаю, это не предлагаю, им достаточно вот этого. Я вот столько съем. А ну-ка, Кать. Давайте. Я только я осторожно. Вот это съем. О, вау! У тебя красивая сильная косточка, ты сейчас ее заляпаешь. Фу! Мамочки. Как твои губы? Нормально. Ты знаешь, конфета поопасней. Ну и твоя вот эта порция, она реально опасная. И ты видно, прям нормально? А у меня реально губы пекут. Ну что? Ну что, я думаю, что все, не обязательно съедать. Мои пахи красные. Я еще одну. Ну я тоже могу, дай, ну Катюх, как? Я не хочу тебя заляпать, у тебя классная кофточка. И сейчас я супом своим заляпаю. А ну еще немножко. Тут, кстати, супом можно читерить. Можно дождаться, чтобы соус весь немножко убрался оттуда. Так, я пойду умою.
большое. Фу, у меня губы сильно пекут. Так они у тебя все в соусе, облежи бегом. Ау, ау. Ну, у тебя соус везде. Короче. Ау. Посмотрите, отпечаток. Этот рамен, если бы просто спайси, нормально, но вот как у мамы спасибо, сделано, да. Это капец. Ну вот, меня вот впечатлили конфетки. Вот насколько они красивые, насколько они сначала даже приятные, и насколько они жесткие в конце. Это просто капец. Я должна. Мама сдалась! Меня сильно пекут губы, прям очень пекут. Мне кажется, надо было сразу намазать бальзамом каким-то. Я всем открою, но я не буду пить. О, какой хороший, А знаете еще проблема с этим раменом? Он засвинячил нам весь стол. Так что все, рамен убираемся, рамен идет в сторону. Будем рамен считать. Реально спайси, я не думала. Так. Двойной спайси. Двойной, да. И супер острый. Я тебя открыла. Следующее продолжаем с конфетами, с десертами. О, ну. Я всем открою. Так, я такая геройка была изначально, а сейчас что-то мне губы пекутся. А ты дойдешь до рамы? Мой нос печет, я только понюхал. Покажи, что там. Какой-то риппер чили, вот такой. Мой нос. Фадж. Смотрите, мой нос печет, я тоже. А ну, Макс, самый любитель этого фаджа, давай, занюхай, хорошенько так занюхай. Это что такое? Это фадж. Ну что, это не фадж. Там написано фадж. Смотри на мои глазки. Каролина Риппер, это какой-то супер крутой каролинский этот чили. Это очень спайси, я думаю. Где, мне губы сильно пекут. Где упаковка? Вот этот вот скелетон, он уже у нас где-то был на упаковке. Итак, третий раунд. Ой, оно пахнет. Оно пахнет прям перцем. Красным перцем. Да реально? Оно даже не пахнет фаджем. Фадж должен молоком пахнуть. Вот кис-кис щербет, вот это вот, как это называется? Правильно. Кис-кис. Короче, я кис-кис первое кусаю. Смотрите. Так много! Мам, нет, не надо. Ну, у нас мама просто любит спайси, поэтому она много. Я уголочек. Мне невкусно. Ну, пахнет печеным мылом. Как там Катя говорила, старым дедом, да? Фу, смотрите, там внутри кусочки красного, черного. Оно спайси, но не критично. Или критично? Оно тут печет сильно. Катя, можешь мне встать? Не такое, как раньше. Маме помогает. Это какой-то капец. Испорченный, как Макс сказал, illegal. Это испорченный фадж. Вот они взяли нормальные конфеты, вкусные, сладкие, испортили. О, в банке. Вот такой. Короче. Конфета с перцем. Невкусная. Невкусная. Правда. Все. Я просто выпью молочка, чтобы почувствовать вкус следующего раунда. Это даже невкусно. Вот мой личный победитель пока что вот в этих двух раундах. Где даже было приятно. Сначала. Ну что, у нас 1-1? Ну я молока не пил. Ну я честно, я не иду, как это сам, прям так, на пролом, скажем так. Я пробую понемногу. А я правда скажу, уже все печет. Это что, кто? Так ты береги себя, ты что? Это что, кто последний закончит молоко? Не, ну челлендж был дойти до этого. One chip, кто сможет съесть весь чип, тот и победил. Да, но, признаюсь, мы не съедаем до конца. Я, ты что, я чтоб съел все, это все, мне бы хватило об одной конфетки и до свидания. Светка, лобода, я твоя конкурентка по губам. А почему в третьем раунде у нас так много всего? Мы должны попробовать каждый по вот это вот футбол, это чиз шарик. Тоже с скелетоном этим? Не, с каким-то дядечкой. Do not try this at home. Да, как это? Все трюки в этом видео выполнены профессионалами. Не делай этого дома. Смотрите сюда. Do not try this at home. Точно. Давай пробуем шарики. Что это? Сырные шарики. Давай. Показываю вблизи, давай. Вот я, вот мне оно не нравится. Макс любит сырные шарики. Да. А, подожди. Это как будто бы эти кукурузные. Вау, мне кажется, второе, третье более опасное. Первое легче. Да видите, вкусно. Это кукурузные палочки, в общем. Да? Сырные кукурузные палочки. Фу, оно воняет. Оно пахнет, конечно. Это для... Это не сырные палочки. Мой сырные. Мой дочь сейчас убирается. Ингредиенс, чизболс, да. Но основа кукуруза. То есть кукурузные палочки там с ароматом сыра. Нет, да. По одной. Не пробуйте. А самую светлую можно я выберу? А ну-ка зрителям покажи. Выбери самую светлую. Смотрите, я беру самую красную. Зачем? What? Потому что у меня красная кофта. Ага. Угощайся. А мне самую белую можно? Там итак, не белый. Давай так, кто первый хукнет, тот и проиграл. Или раз, кто первый захочет два, выиграть, да? Поехали. Целый шарик?
значит, могу выплевывать. Оно пошло сюда. Оно невкусно. Оно горит все. Я хочу сполоснуть вас. Не, я хочу воды. Вода-то красная. Я говорить не могу. Оно пошло сюда. Вода изо рта красная. Я не глотнул. Я все выплюнул. Я сполоснул рот водой. И у меня все вот такое. Макс, если мы вот это будем играть, это для нас. Кстати, надо было брать вот это. Обезжиренное. Нет, обезжиренное не годится. Надо вот это. Смотрите, цельное молоко. Смотрите, я уже половину выпила. Жирненькое. Мне реально течет все еще от трудов. Ты так мало выпил? А я же не пью. Задача же не напиться, а рот вот обмыть, сполоснуть. Угу. Мне кажется, молоко не из холодильника. Да, было холоднее, было вкуснее. Не надо мне, оно холодное. Это только третий раунд. Может, мы уже перейдем к ванчип? Еще медведи надо попробовать. Да горит, капец. Я ж попробовал все выплюнуть. Я уже плачу. Я плачу. О, язык не Что у нас есть? Вот что у нас есть. Сметана. И маслом можно еще не помазать. Молоко. Кстати, проблема. Молоко ставьте в холодильник, если будете такое делать. У нас какое-то теплое сильно. Вот это холодное. А, или это у нас такой рот горячий, что кажется оно теплым, да? Мне сметана кажется теплой из холодильника. Так, короче, четвертый раунд, потому что чем дольше мы стоим, тем больше оно печет. Итак, лолипопсы. Черный и черный. Ты какой выбираешь? Черный. Ты реально готова продолжать? Да. One Chip Challenge. Давай, покажем зрителям. А вы знаете поговорку? Настоящий перец — это тот, который течет два раза. Смотри, у меня уже слезки потекли. У меня... Покажи, как выглядит. Шоколадное? У меня горит все. А знаете от чего? От вот этих шариков. От вот этих. Так, шоколадный. Так. Можно я что-то? Горячёный. Можно я что-то сделаю? Капец. Смотри. Макс, не рискуй. Оно очень Главное, нежное. Что, знаете, не потрогайте глаза. Вы посмотрите, у меня сейчас уже тушь потекает. Макс рисковый пацан. Сейчас могли видеть Макса, у него огонь горит. Как это? Реактивный двигатель. Итак. На три. Ой, я нос почесала. Три. Бум. Два. Один. Это надо все съесть? Не-не-не, ты что? Ой. Ему надо сосать, что ли? Оно не кусать. Ну как шоколадку, это конфетку. Я откусила. Зачем? Я не знаю, у меня все горит, язык горит, я не чувствую. Ты съела? Я проглотила, видите? Я это сделала. Не надо попить руки на всякий случай. Я не могу говорить. Короче, можете маме ставить уже лайк. Я выиграла в этом. Я просто облизываю. У меня язык горит. И самое, я в шоке от вот этих кукурузных серных шариков. Это я только вот это пальцем. Это сильно перченое, правда. Пару крошек было. Я лизнул. А, все, мама выиграла, я могу сдаваться. Я уже это не ем. Очень перченые вот эти конфеты. Это в рамен. Все, сюда. Уже печет вот здесь, уже везде печет. Я не первый взял молоко, но я его и первый и не поставлю. Я без молока теперь жить не могу. Итак. И при том, что я старался не глотать эту гадость. Я предлагаю скипнуть и закончить ванчип челлендж. А медведи? А желейные медведи? Они ж такие красивые. Не надо. Без Живо? Питана. Что? Без питана. Знаешь, что надо молочко по чуть-чуть. И чтобы оно все обволакивало рот. Как мы будем жить после видео? А ты знаешь в чем? Почему перец печет два раза? Знаю. Кто знает, можете поставить смайлик, улыбочку в комментариях. У меня язык уже нечувствительный. Я знаю почему. Красный? Сейчас. Ты вообще вся красная, у тебя уже лицо цвета твоей кости. У меня уже вот тут аж болит. Я Короче, предлагаю заканчивать. Да, давайте. Можете писать, что мы лузеры, потому что мы вот это и вот это пропускаем. А что еще? А конфетки шоколадную я, можно сказать, тоже пропустил. И... Я не могу. А мне кажется, или вот это не хуже, чем вот это? Ой. One chip. Ну что, заканчиваем?
Может, не съедай, а, если ты не могу уже? А что, ты один съешь? Я не буду есть. Не надо. Я попробую просто. Слышишь, one chip challenge. Никто не хочет вот так. Я буду идти до конца. Я уже, не чувствую, он мне уже слюня. Не надо, мам. Надо попробовать. Давай. Ну, давай. One, oh no! Challenge. Мы скипнули вот это. Можете вот этого зайчика съесть, если хотите. Смотря как спайси это, я не буду это пробовать. Ты реально хочешь? Я это делаю. Я это буду делать. Ты будешь? Ну, я откушу уголочек только. Я не весь, я все не буду. Вау, сколько перца там остается. Не этот кусок ешь, ешь вот этот верхний. Нижний капец весь перца. Стряхни, так. Стряхни, может быть. Это что так? Это прям называется вам чип-чип? Да. Итак, готовы? Вот это мама пробует сейчас. Итак, я победитель, я чемпион. Я ем первый кусочек. Вот маленький кусочек съем, а вы ставьте мне лайк. Давай. Такая, и? Такая сильная. Раз, и... два, три. Два. Ничего себе. Что, детская совсем? Это what? Не надо! Ты так много съела! Подожди, скажи хоть что-нибудь. Такое перченое, как это. Как что, как шарики? Шарики самые перченые. А, ну хорошо, я тоже тогда пробую. Шарики реально бешеные, просто. Итак, One Chip Challenge by Papa. Я вам скажу, что шарики самые ядреные. Итак, но я что сделаю, я отряхну. Да, вот. Я отряхнул от перца, но вот все как есть, да? Вот это я стряхнул немножко, вот перчик спайси. Так, и поехали. Смотрите на Катю. Ты самый чип! Нет! Скажи. Не надо! Надо! Нормально? Я сейчас тихну. А есть еще? Я глотнула слюни, а оно теперь печет. Надо? Я серьезно говорю, вот эти шарики, я разговаривать могу, вы слышите? После шарика я пошел бегом умываться, полоскаться и молоко пить. Кать, что ты творишь? Я случайно тронула глаз. А, но я не буду глотать, пожалуйста. Я случайно тронула глаз, теперь мне... Я уже и чувствую, вот тут вот все, всю кожу вокруг губ. Мне надо сметанная помада. Итак. Ну что, мы сделали One Chip Challenge? Что могу сказать? Вот это победитель и вот эти шарики. Короче, давай берем и говорим лайк, бо я теряю голос. Если вам понравилось видео, поставьте если вы лайк. Считаете, что мы заслужили, ставьте обязательно лайки. И напишите, кто был сильнее в этом челлендже. Я думаю, кажется, мы я больше терпела ученности, чем папа. Пишите, что мама молодец. Всем пока, лайки, пока, до новых встреч. Пока. А это что? На новый, это на новый челлендж. Да. Нет! Папа, не плачь, дорогой, не плачь. Мороженка надо съесть. Возьми льда кусочек. Возьми, Твое? Что, не настоящее? Чем? Не настоящий челлендж? Вот это One Chip? Короче, сегодня вот это я должен все съесть. А можно я должен?